Меня зовут Сергей, и я наркоман. Могу сказать с уверенностью, бывший, и я горжусь этим. Но сначала 10 лет жизни ушли в никуда. Я потерял близких людей, здоровье. Я стал нищим и больным, ненужным никому, кроме родителей. У них долго не получалось мне помочь. Меня пытались лечить, возили к наркологам и целителям, кодировали и чистили кровь. Это была борьба без победы. Но уже 3 года я человек, и я нужен другим людям. Я работаю в Центре здоровой молодежи, где мне вернули имя, личность, здоровье и жизнь без наркотиков. Здесь помогли мне, а я готов помочь тебе.